Дали два выходных. Люди с ума посадили. Люди, вместо того, чтобы отдохнуть или по квартире пошататься, убивают время, почем зря. Вот в прошлое это я... Воскресенье. Прошлое воскресенье потянуло она меня на это... Ну, как из ворот выйдешь, сразу направо. На это она. На вернисаж. На выставку. Я-то думал, музей как музей. Это не музей, это хуже забегаловки. Слушай, горячего нет? Нет горячего. Горячего есть? Нет. Горячего нет. Один только сыр и кофе. И сыр-то какой уже. Он уже весь загнулся, его хоронить пора. В Эрмитаже хоть солянка была. А на этом вернижасе одна минеральная. Да нет, думаю, так думаю, не отдохнешь. А воскресенье проходит. Ну, пока экскурсия на статуе таращилась, я из музея выскочил, прихватил кое-что. Ну, все это как следует, расстелил газетку, все еще чинарем. Вахтерша. Прицепилась вахтерша в греческом зале, Как вам не стыдно, Аж пенсне у нее раскалилось. Я ей так тихо замечаю, что ты орешь? Ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь, мне завтра на работу идти. Ты видишь, человек без стакана. Что же мне из горлышка булькать? Она в греческом зале, Ах, Аполлон, Я говорю, да, я Аполлон. А это он Аполлон. Ну, нехай себе Аполлон. Ах, селедку, вы селедку. Что селедку? Я селедку. Ну, разложил я ее селедку на плече у него. Ну и что? Он 2000 лет стоял без селедки, пусть с селедкой постоит. Что ему сделается? А мне зато на работу идти, понимаешь ты, коза старая. Хотел я консервную банку открыть. Я бычки с собой прихватил в томате. Мировой закусон. Слышь, от смех, от умора, музей. Нечем банку открыть. Куда я только не лазил, приспособился под конем, оторвал какую-то железяку. Только вдарила она как заверещит, у меня аж банка из рук выпала. Я говорю, чего ты дребезжишь? Что я тебе трогаю, я тебе кусаю? Ты видишь, у меня полно продуктов, на часах уже 3, а я еще ни в одном глазу. Ты можешь мне штопор вынести? Она в греческом зале, Я говорю, тебе штопор есть в греческом зале? Вы понимаете, что вы говорите? Я говорю, я понимаю, ты понимаешь, что без штопора мне не открыть. Я об пол буду стучать, я же мешать буду. Это же музей. Темнота, слушай. Никакой культуры, слушай. Намучился я так, слушай. Я оторвал вторую железяку от этого же коня, пропихнул пробку внутрь.
Но настроение, конечно, уже какой-то гробнице. В одиночку, в кромешной темноте, ни черта не видать, ни черта. Где закуска, где бутылка, где что, где, где? Где горлышко, куда лить, откуда, что, где? Раздавил пол-литра в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, руками, все это руками. Хорошо там рыцарь стоял на камне, кинжал хоть вытащил. Порубал хоть колбасу на куски, вылез из этой гробницы весь в паутине, весь в бычках. Поковырял того рыцаря, слушай, труха внутри. Внутри средневекового рыцаря нашей опилки. Ой, дурят нашего брата. Ой, дурят. А тот железный, который на коне, тот ничего, тот крепкий. Меч я у него вырвал из руки, щит рвал-рвал, не идет. Вот тебе музей убил выходной день, и ежели бы не это дело, никакого удовольствия.